Накануне вечером в Крестцах состоялась вторая встреча участников предварительного голосования для выдвижения кандидата в губернаторы от «Единой России». Свои вопросы Андрею Никитину и Сергею Яковлеву смогли задать секретари местных и первичных отделений партии. Без популизма и по существу. У кандидатов 15 минут, чтобы представить свой план развития региона. В программе Андрея Никитина 5 основных шагов. Развитие транспортной инфраструктуры, доступность здравоохранения, создание комфортных условий для молодых специалистов и повышение качества жизни. Многое, как всегда, упирается в деньги, которые регион может зарабатывать за счет инвесторов и поддерживая местных бизнесменов. Нам надо убрать все барьеры для предпринимателей Новгородской области, чтобы они чувствовали себя здесь комфортно. Чтобы они вкладывали деньги сюда, а не выводили их за границы региона. Чтобы приходили новые предприниматели, в районах открывались новые производства. У Сергея Яковлева на развитие региона свой взгляд. Открытие новых ФАПов на селе, бесплатное профессиональное образование, строгий контроль в сфере ЖКХ и отдельной строкой поддержка сельского хозяйства. Необходимо, наверное, оказывать содействие не только малым формам, но и все-таки продолжить работу вот с крупными агропромышленными комплексами. Сегодня, как мы знаем, очень востребовано сегодня и мясо говядины, особенно молока. Молока сегодня не хватает, а наша область именно вот для этих целей очень хорошо приспособлена. В зале представители партии из 7 районов Новгородской области. Раз за разом люди задают все те же вопросы. Когда залатают разбитую дорогу? Долго ли деревням ждать газ? И будет ли повышение зарплат? Компетентность в ответах и определит кандидатуру на предстоящие выборы. Работа постоянно идет. Мы неотрывно как бы работаем с нашими кандидатами, очень активно. Поэтому я думаю, что вот наша такая партийная составляющая, она очень серьезно сейчас работает на территории области. У них очень серьезные программы и у того, и у другого. Нет популизма абсолютно. Конкретные программы есть на тех аспектах, которые сейчас есть в Новгородской области. Есть проблема, они предлагают путь решения и к какому результату уже идти. Окончательное решение будет принято в конце июля. А пока кандидатам предстоит очередная встреча с секретарями местных первичных отделений уже в Боровичах. Из Крестецкого района Кристина Белян, Сергей Корнев, новости Новгородское областное телевидение.